Давайте, мы идем вот сюда. Здесь у нас стоят разные... разные атомные какие-то структуры. Я не сильно знаю, как им пользоваться. Я не знаю вообще, как вот этими атомами пользоваться. Урановый блок, я не знаю. Либо это красота, что вот так просто атом. Либо их как-то надо использовать. Если вы знаете, напишите в комментариях. Потом у нас идет медная, оловянная, урановая, свинцовая руда. Здесь древесина гениеви, потом саженец геви. Давайте посмотрим, сейчас мы вырастим ее. Посмотрим, как вырастет геви, да? Так. А, кстати, мы не досмотрели одну вот эту вот штуковину. Мы не досмотрели разные. Давайте досмотрим, что у нас здесь идет. Здесь у нас идут какие-то непонятные штуковины. Потом деревянное ведро воды, деревянное ведро молока и разные расплавленные штуковины. Все. И, кстати, я что-то здесь не нахожу костяной пыли, или как там она называется. А, вот она, костная мука. Давайте посмотрим. Я думаю, что просто вот это вот не будет расти здесь. А нет, вот так выглядит наша саженец геви. Ничем не, почти ничем не отличается от дуба. Только вот эта вышка делает ее. Прикольно, и все. Давайте пойдем дальше. Так, вот. Мы на этом остановились. Атомы всякие, я не знаю, как им пользоваться. Потом вот такие трансформаторы. И потом я скоро... Вот. Вот в этом я и хочу спросить вас. Особенно, как это делать. Смотрите, ядерная бомба. Ее, если взять зажигалку, нельзя взорвать. Тут стоит вот такой, когда я жму зажигалкой, такой круг. И я не знаю, что сюда. Либо надо вставить вот такие динамиты, но они не вставляются сюда. Я не знаю, что сюда надо вставить, так что я не могу ничего использовать. Так. Все. Дальше у нас идет вот такая жидкая материя. Жидкие материи. Давайте возьмем, например, вот эту горячая това лавы. Базильтовая или какая. Вот. Мы в ней горим. Ну, это понятно, это лава. Так что, давайте дальше. Дальше у нас идут жидкости в капсулах. Это, ну, это не очень интересно. Потом у нас идут буры. Потом у нас идут шахтерские лазеры. Это мне нравится, это мне нравится, это мне очень нравится. Прикольная штуковина. Смотрите. Сейчас. Оно вот так вот просто прорывает себе путь. Делает... О, мне чуть-чуть подлагивает. Оно как автомат, который просто делает пути. Поэтому его и назвали шахтерский лазер. Так, хорошо. С лазером разобрались. Дальше идем. Ну, дальше там жидкости всякие. Потом у нас идут всякие слитки. И вот. Ящик содержания. Ладно, давайте возьмем и иридиевый бур. Я вот честно не... А, это плохой.
Я не знаю, как его использовать. Я не знаю, в чем прикол его. Хаки. Ну, если просто ломать, то ничего. Так что, я не знаю. Напишите, что он должен делать и как его использовать. Что надо жать. Все, это мы прошли. Ну, давайте вот это возьмем. Гравиту. Ну, им тоже нечего делать. Все, идем дальше. Я буду быстренько уже все делать. Потому что и так уже много. Здесь у нас мобы. Дальше у нас идет техника всякая, декорация. Потом у нас вот такие пушечки. Я не знаю, почему они не стреляют. Вот. Вроде пушечка прикольная. Вроде она красиво выглядит у меня. Я не знаю, почему она не стреляет. Ну что ж, давайте. Давайте тогда пойдем дальше. О! А, смотрите, этот алмаз какой-то. Не алмаз, а он темный. Дальше. Пыли, 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 пыли. Пыль всякая. Ну, красивые топорики, всякое такое. И декорация. Ладно, давайте я вам покажу, если мы начали про оружие. Вот этот меч, который я держу в руках, это мой самый любимый меч. У него 1000 урона. То есть я могу спокойно убить любого моба. Даже Эндер Дракона могу убить. Потому что у него всего лишь 200, а у этого 1000. Давайте возьмем вот из этого моба, например. Например, вот этих вот. Ой, нет, давайте. А, они горят, блин. Гигант. Вот зомби-гигант. Сейчас сделаем. Полночь. И потом поставим этих. Так, блин, что они горят? Что вы горите? Ладно, странно. Давайте я его один раз ударю, и он погибнет. А, понятно. Этот меч. Вот, я его один раз ударю, и он подохнет. Вот давайте посмотрим. Интересно, сколько у него. Блин, что они когда рождаются горят? А, ну все, я его с одного удара. Вот Эндер Дракона я тоже спокойно с одного удара убью. Вот сами посмотрите, сколько у него урона. А, у этого меча 10000 урона. 10000 урона. Так, давайте дальше. Здесь пыль. Ну, это мы не будем проглядывать, это неинтересно, это декорация. Потом здесь всякая зелька интересная. Ну, я его не буду на выживание переключаться. Здесь у нас идут такие жидкости в баках. Потом у нас идут вот электрический лук. Прикольно. Так. Кстати, смотрите, вот просто зомби. Я точно убью с одного удара и все. Раз. А что они горят? Непонятно. Вот еще электрическим луком стреляем. Ничего не будет, да? Ладно. Дальше у нас идут open black. Не, open? Да, open blocks. О! Смотрите. Автоматический стол зачарования.
Я сейчас расскажу про стол зачарования. Здесь есть три стола зачарования. Один стол, который и был. Второй стол – это усовершенствованный стол. То есть сюда мы что-то ложим, и он выбирает себе выбор. Это автоматический стол зачарования. То, что мы вот здесь выбираем себе уровень, ложим какую-нибудь броню, и оно, вот, не знаю как. Ну, это меч уже самый крутой, ему нельзя. Так что все, давайте идем дальше. Здесь у нас техника, ерунда. Ну, просто я не знаю, что здесь рассказывать. Мне вот лишнего ничего. Переходим на третью страницу. Трубы. Трубы, ну, я могу показать, как они выглядят. Вот сразу так. Сразу у нас такое, а потом труба. Я не знаю, как их использовать. Кстати, напишите, как использовать вот эти атомы. Атомные вот эти всякие. Вот. Ядерные установки, как использовать. Так, давайте переходим на третью страницу. Здесь у нас такие вот красные. Изумруд или гейт, алмаз или гейт, золото или гейт, вот такие вот.